Крапивницком суд в эти минуты избирает меру пресечения задержанным членом движения «Белые львы». Напомню, вчера СБУ и прокуратура заявили о разоблачении преступной группировки. Под таким названием всего задержали 9 человек, среди них сотрудник следственного изолятора и 4 несовершеннолетних. Участники этой группы охотились в соцсетях за предполагаемыми педофилами. Они провоцировали их на встречу, а затем избивали и вымогали деньги. Суд по избранию меры пресечения начался буквально час назад. Прокуратура требует, чтобы процесс был закрытым, а вот адвокаты, напротив, хотят огласки. Вважаю, що сторона обвинувачення хоче приховати незаконні затримання. Ми не коментуємо. Всі питання задавайте, будь ласка, прес-службі.